Число погибших от нового коронавируса в провинции Хубэй возросло до 17. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на Reuters. Как сообщается, общее количество подтвержденных случаев возросло. Власти провинции Хубэй подтвердили 444 случая коронавируса, который появился в столице страны Ухане. Напомним, ранее в Китае подтвердили 473 случая заболевания новым коронавирусом 2019-nCoV, при этом отмечается, что во вторник, 21 января, были подтверждены еще 149 случаев заболевания коронавирусом. Отметим, что в декабре в китайском городе Ухань зафиксировали вспышку нового вируса. По состоянию на утро 22 января жертвами вируса стали 9 человек. Более 400 человек в 13 китайских провинциях заражены новым коронавирусом. Кроме того, в Вашингтоне подтвердили первый случай заболевания новым типом коронавируса. Пациента, который ранее ездил в город Ухань, был госпитализирован с симптомами пневмонии на прошлой неделе, а заражение коронавирусом было подтверждено 20 января. Добавим, что в Гонконге также подтвердили один случай заболевания новым коронавирусом из Китая. Смотрите самые важные и интересные новости на нашем канале. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.